специально для тебя, Лёша Жишкаряне, расскажет, да, как истинный грузин, почему вот можно действительно покупать правильные грузинские коньяки. Название. И какие, да. Название. Вот. Название. Ну, одна как? Из недорогих, он стоит 1500 бутылка. Ну, как он называется? Называется Гремисеули. Да, вот, на камеру сними людям, чтобы они вот нашли его. Вот он, да. Ну, классный коньяк, выставили на дубы, выдержка, 10-летний, очень хороший коньяк. А то, что здесь продают Сарадишвили, это не коньяк, это так себе, вот, разлив армянский подпольный. Но. Если кто любитель грузинских коньяков, то она одна из лучших коньяков здесь, по крайней мере, на российском рынке. Гарик, подтверждаю Лёхины слова, только что попробовал действительно хороший такой, тот самый жжёный дуб, вот, действительно шикарнейшие спирты, явно совершенно грузинского разлива, так что, в общем, это... Не покупайте Саакашвили!